мне нравится, мне интересно, еще что-то. Значит, насколько хватает мне нравится и мне интересно? На неделю у нас есть эти, как его, марафонцы. Вот. А для того, чтобы что-то выучить, сколько надо времени? 10 тысяч часов. Ну вот, на интересе вы никогда не уедете. Поэтому самое главное, когда вы собираетесь что-то осваивать, понять, какую конкретно цель вы преследуете. Только в том случае, если эта цель действительно для вас желанна, в этом случае мозг будет запоминать все, что нужно по этому делу.